Коряга. Что это? Необходимость или источник эстетического удовольствия аквариумиста? На самом деле, и то, и другое. Коряга в аквариуме смотрится живо, естественно и красиво. Она может стать изюминкой композиции, подчеркнуть красоту всего аквариума. Пластиковые и керамические декорации сильно проигрывают по красоте и пользе натуральным корягам. Искусственные декорации – это не только непрактично, но и не модно. Вот главный тренд современных аквадизайнеров. А если корягу обрастить мхом, папоротником или бульцефаландрами, то у вас получится замечательный элемент акваскейпа. Как было сказано ранее, ценность коряги заключается не только лишь в ее красоте. Она приносит большую пользу обитателям аквариума. Затопленная коряга, медленно разлагаясь, выделяет дубильные вещества, которые понижают значение pH, то есть подкисляют воду. В такой воде замедляется рост и развитие вредоносных микроорганизмов. Коряга в аквариуме служит укрытием для рыб и субстратом для нереста. И ко всему прочему, является источником целлюлозы, которая необходима некоторым видам рыб для пищеварения, например, анцитрусом. Из всего этого сделать несложно вывод. Коряга в аквариуме – это удачное приобретение любого аквариумиста. Мы желаем вашим аквариумам благополучия и красоты, поэтому предлагаем выбор коряг из корня азалии. Приходите и приобретайте корягу по душе и композицию для своего подводного мира. На Ленина 141.